продукцией компании Nikimed я познакомился более 10 лет тому назад. Первый продукт, который я применил в своей практике компании Евросиликон, был имплантат анатомической формы. В своей практике я использовал продукции различных фирм-производителей, как европейского производства, так и американского производства. Но почему мой выбор остановился на Евросиликоне? Я думаю, в первую очередь, это качество. Качество, которое дает нам максимальный эстетический результат. Качество, которое позволяет моим пациентам чувствовать себя безопасно. И на протяжении этих 10 лет я не встречал со стороны своих пациентов каких-либо эстетических состояний, о которых чаще всего мы говорим. Это фиброзно-капсулярная контрактура, разрывы оболочек непосредственно имплантатов. То есть это то качество, за которым идут пациенты и доверяют, естественно, мне как специалисту. Я вижу преимущества французских имплантатов Евросиликон в следующем. Первое – это качество. Второе – это непосредственно гарантия производителя. Третье – это логика размерности. И четвертое – это широкий выбор в линейке размеров и форм имплантатов. Марка более 20 лет на рынке, и для меня как специалиста это очень важный критерий для выбора. Европейское ручное производство заметно сказывается на качестве и надежности продукции. Все имплантаты проходят тщательный педантичный контроль на удар, растяжение и разрыв. Моя система планирования увеличивающей маммопластики, которую я практикую уже около 10 лет, называется Natural Beauty. Основу системы составляет эталон художественной анатомии груди, который основан на постулатах золотого сечения. Учитывая тот факт, что мы должны гармонизировать женское тело, размерный ряд имплантатов Евросиликон очень точно подходит под технологию планирования Natural Beauty, которая позволяет с ювелирной точностью подобрать имплантат буквально от 3 до 5 измерений женского тела. Все пациенты, которым я поставил имплантаты Евросиликон, независимо, круглый это имплантат или анатомический, они максимально довольны как качеством результата, так и натуральным эстетическим эффектом.